Токсич Сандер, привет. Так. Убираем. А, у меня захват экрана нету пока. Вообще. Доход на свойства. Резидент Evil меняем на... Эй, ты чего подлагиваешь? Так. Ну, надеюсь, хорошо слышно есть. Так, мы остановились то, что прошли одну дверь. С Алис... Ой. И идем дальше. Путешествие к глубинам или Королевство Солнца. Куда бы пойти? Давайте путешествие к глубинам по порядку. Так, путешествие к глубинам. Надо немножко повыше поднять. Плохо, что у меня второго экрана монитора нет. У меня все время ОБС закрыто, и мне не видно, кто донатит. А в чате почему-то не отображается. Ах. Сонный храп срывается с моих губ, и одновременно я открываю глаза. Затем я кладу руку на лоб, чувствуя, что он мокрый. Это не пот, а вода, которая протекала с потолка. Вот что разбудило меня и очень неприятным способом. Я встаю с кровати, а затем вдыхаю с раздражением. Вдыхаю. Мне нужна пара секунд для того, чтобы в полной мере прийти в себя и осознать, где я. Я осматриваюсь. Это маленькая комната, в которой едва есть самое необходимое для жизни. Однако самое важное – это материал, из которого она сделана. Это не дерево или кирпич, как обычно, а металл. Я кладу руку на стену, чтобы убедиться, что она не поддельная. Металл ужасно холодный. Затем я убираю руку и тру голову с озадаченным лицом. Не думаю, что многие комнаты делают из металла, кроме разве что в бункере. В любом случае, думать об этом слишком долго не приведет меня ни к чему хорошему. Раздумья об этом слишком долго. Слишком долгие раздумья. Я должен поискать способ вернуться домой или хотя бы понять, где я. Я открываю дверь и вхожу в узкий коридор с десятками труб на потолке и стенах. Когда я делаю шаг из комнаты, я кое-что обнаруживаю. Моим первым предположением было, что это квартира, но есть и другие места, в которых могут быть комнаты, сделанные из металла. Я внутри корабля. Я чувствую, как он слегка покачится в одну сторону, а затем в другую, едва ощутимо. Я кладу руку на голову, не в состоянии представить, как я попал сюда. Что это за ночь такая, в которой я то нахожусь внутри своей комнаты, то исследую огромный корабль в середине океана? Ну как... Ой. Что-то пролагала, и я пропустила. Из любопытства я пытаюсь открыть остальные двери в коридоре. Каждая из них без исключения заперта. Я думаю, что другие каюты, в любом случае, сомневаюсь, что в них есть что-то важное. Я думаю, что это другие каюты. Мне нужно в радиорубку. Может быть, я смогу послать сообщение оттуда. Лапа? Куда полезла? Лапа? Уходи оттуда. Кш-кш-кш-кш.
давай, брысь! И что? Прошептал я и иду к концу коридора с опущенным взглядом, задумавшись об этом. Если честно, я сомневаюсь в глубине души, что это сработает, но не могу отбросить эту идею сходу. Однако мне не удалось уйти слишком далеко. Когда я пытаюсь открыть дверь в конце коридора, я понимаю, что она заперта. Что за черт? Ругаясь, я делаю безрезультатные усилия. Вскоре я сдаюсь, очевидно, что дверь не откроется. Затем я тру лицо в разочаровании. Это настолько несправедливо, что вы ожидаете, что бы я сделал, если все двери закрыты. Единственное, что мне остается, это ждать, что не вызывает во мне радости совершенно. Обычно я пытаюсь быть спокойным, но в ситуации настолько странной, это слишком сложно для меня. Я начинаю думать, что могу быть заперт здесь навечно. Что за жалкая судьба? Лапа! А лапа? Ты зачем пакет хочешь? Захотелось? Лапа, лапа. Сюда. Иди. Нет, ты не лезь пакет, иди сюда. Сидит. А ну-ка спи. Вот и плачь дальше. Будешь на руках сидеть. Плачь. Ну, дальше я слушаю. Твои жалобы. Дальше. Вот эта озвучка. Что за жалкая судьба в конечном итоге? Кто придет на затерянный корабль? Очевидно, что здесь что-то неправильно. Невозможно, чтобы такой большой корабль был таким тихим. Я не увидел ни одного человека за все время. Так там же все закрыто. Я вздыхаю в полном разочаровании, но затем почти подпрыгиваю от удивления. Сзади меня я слышу звук. Дверь неожиданно открылась. Я непроизвольно разворачиваюсь и смотрю на дверь, не зная, чего ожидать. То, что из нее выйдет, будет человеком, правильно? Не знаю, почему я сомневаюсь в этом. Но даже если это человеческое существо, это не делает его менее пугающим. Может быть, на самом деле вопрос, который я должен задать, что за человек выйдет из нее? Она пошла дальше теребить пакет. Ну что это такое? Лап! А, лап! И сразу к двери побежала, типа она ничего не делала. В тишине я провожу секунды, а мое сердце бьется в муках. И это пока единственное, что происходит. Ха-ха, умно. С учетом, что она была в конце комнаты и противоположной. Так услышала, сразу побежала к двери. Лапа, а теперь ты что делаешь? На кого ты там нападаешь? Лап? На кого ты там на двери напала? Лапа? Ты чё себя странно так ведёшь? В тишине я провожу секунды, а мое сердце бьется в муках. Нет, пакет в другой стороне. Пакет около окна, а дверь, она в противоположной стороне. То есть она вначале теребила пакет, я только сказала, она
быстренько рванула к двери, возле двери посидела, а потом начала что-то не бить возле двери. В тишине я провожу секунду, а мое сердце бьется в муках. И это пока единственное, что происходит. В итоге все мои переживания оказались напрасными, потому что... Побежала к пакету. Потому что оттуда никто не выходит. Мое сердце понемногу утихает, возвращаясь к ощущениям спокойствия. Выглядит так, как будто дверь открылась совершенно сама собой. Если подумать, то это первое, что должно было прийти мне в голову после всего происшедшего этой ночью. Медленно я подхожу ближе к каюте, приготавливаюсь на случай, если кто-то внезапно появится. Вроде новелла тут неплохая, но, блин, тут так часто встречается, что прям сложно текст читать. И всякие опечаточки. Плюс тут картинки, как вы заметили, такие размытые. Типа, сам додумываю, как это выглядит. Конечно же, этого не происходит. Раз уж я поблизости, то мельком осматриваю каюту, точно такую же, как та, в которой я проснулся. Самое любопытное в ней то, что ей, похоже, пользовались недавно. Просто непомятые, наполовину наполненный стакан воды на столе. Свет включен, и что-то похожее на дневник лежит на кровати. А, Фертенок, привет! Ты чего такой? Всем привет, замученный, что ли? Судя по многоточию. Я моргаю, посомневавшись секунду перед тем, как войти. Что привлекает мое внимание больше всего, так это дневник. Все остальное самое обычное. Он открыт на странице ближе к концу. Сегодня снова появилась пробоина, на этот раз в машинном отделении, уже третий раз за эту неделю. И каждый раз они становятся все больше. Когда я только пришел на эту работу, я думал, здесь безопасно, но теперь я начинаю сомневаться в этом. Они построили эту штуковину из картона, что ли? Когда-то... Когда мы прибудем в порт, первое, что я сделаю... Подам в суд на корабле строителей. Первая ночь стоит 2015. Похоже, я недооценил уровень этой опасности. Я думал, это только протечка, но теперь я слышу, что основной мост и антенна сломались. Мы можем забыть о том, чтобы послать сигнал СОС. Хорошо, Фертенок. Лихтман? О, привет! Да, молодец, так все. Насколько объем SSD-шки? Похоже, что наша единственная надежда — это прибыть в ближайший порт и сойти с этой посудины. Чем быстрее, тем лучше. 17.06.2015. Сколько дней прошло с последней записи, если честно, я был не в настроении писать плохие новости одну за другой, но на этот раз особенный, просто потому что я не думаю, что может стать еще хуже, чем сейчас. 256 чисто под системы и под Тарков. А чего... Не на 1 гиг. Тьфу ты, 1 гиг. 1 терабайт.
Или сколько там? 200? Там... А, чем больше объем, тем дороже. 256. Дорого. Ну да, дорого. Но зато все вылетало у тебя там. Сколько дней прошло с последней записи? Если честно, я был не в настроении писать плохие новости одно за другое. Нет. Машинное отделение затоплено, а это означает, что мы застряли посередине океана. Без связи и двигателя нам конец. Наша единственная надежда, что другой корабль увидит нас. Но я бы на это не рассчитывал. Тем временем капитан мистер Рьерсон заперся в своей каюте. Чё, бегаешь, да? Бегай. Иди сюда. Он не откликается на наши попытки зайти, и теперь вся команда убеждена, что он никогда не выйдет оттуда. Если мы сможем что-то сделать, то только своими собственными силами, если вообще хоть что-то сможем. У меня знакомый комп продает. Там 7 терабайт памяти. Дата не написана. Не имею представления, сколько времени прошло. Ощущение времени исчезло, когда дни стали одинаковыми, как будто мы были заключены в один и тот же день навсегда. Что еще хуже, бывают дни, когда я вообще не сплю. Или, по крайней мере, я думаю, что это один день, а могли пройти недели или даже годы. В любом случае, я потерял всякий интерес к записям, так что я думаю, что это станет последним разом, когда я сделаю... Это правда? Сегодня снова особенный повод. Помните, когда я говорил, что хуже быть уже не может? Да, я был неправ. Похоже, что мы не только затеряны в середине моря без связи на корабле, который медленно заполняется водой, но кроме того, нечто проникло внутрь корабля. Мои напарники рассказывают о неведомых созданиях на затопленных палубах. Чудовище глубин звучит как название, подходящее плохому фильму, и тем не менее, услышав эту историю, я не могу придумать более приемлемого названия. Что будет с нами, только время покажет. Но я не надеюсь. Заметки заканчиваются на этом месте, все следующие страницы пусты. Нет подписи или какого-то обозначения, кто писал в дневник. Я вздыхаю после окончания чтения, а затем тру голову растерянно. Не представляю, как мне реагировать на это. Я испуган, это совершенно точно. Но также я чувствую небольшую заботу и даже жалость, прочитав эту историю. Затем я внезапно разворачиваюсь, чувствую, как все мое тело трясется от страха. Возникший из ниоткуда металлический звук потревожил мои размышления. Что это? Сказал я себе, видя ключ, лежащий на полу. Мои глаза полностью раскрыты, а сердце бьется так быстро, что я чувствую его у себя в горле. В самом по себе предмете нет ничего страшного, однако вопрос, как он попал сюда, заставляет меня трепетать до глубины души. Это не было случайностью. Похоже, что пока я был занят чтением, кто-то подкрался ко мне и бросил его. Зачем намажешь? Лапа. Зая,
не выходить не хочет. А хулиганить хочет, да? Все, пошли. На выход. Мелкая. Быстро. На выход. Давай, давай. Вот, все. Мысль об этом вызывает дрожь в спине. В горле пересохло, а во рту горький привкус. Я стою так неподвижно пару секунд, пока не вспоминаю, что мне по-прежнему... Извините. Что мне по-прежнему нужно найти выход, чтобы вернуться. Даже если это и пугает, появление ключа было очень полезным. Вот теперь да, спасибо. Ну, будь здорова. Теперь я могу покинуть это место и продолжить исследование. Без долгих размышлений я поднимаю ключ и иду к двери в конце коридора. Как я и предполагал, ключ отлично подходит. Я слышу легкий щелчок, а затем медленно открываю дверь. На другой стороне есть ступеньки, которые идут вниз в другой коридор. 35 также. Может, водички? Можно и водички. Давай. Ну, я ж не икала. Я чихнула. В смысле? Он затоплен. Он не платил и получил 4-5 глотков. Ничего, вчера песни получили просто так. Я вернула все баллы. Если один, я обычно по два делаю, неправда, вруднишка. Ну я когда пить хочу, тогда я пью. В чем проблема? Ну давай ты тоже закажи водичку. Песни на халяву? Да, вчера были песни на халяву, еще они меня заставили петь на два канала. На две трансляции. Говорят, пой, пой, пой. Я надеюсь, там не сильно помешал зрителям КВ. Они настолько издевались, что 4 песни подряд заказали. Злобно хлопнул дверь. Что такое, Фертенок? Тебе песенку спеть? Ну? Ну? Я могу свернуться и спеть песенку. Ну? А хотя там звук не выключится. У этой игры звук не выключается. Хорошая игра. Не то, что многие. Свернешь, и звук вырубается. Фертенок? Ну, Фертенок, спеет песню? Ну, если не хочешь, не буду.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Котенок молодец. Фертенок. Все, утопал, да? Ну ладно, ладно. Я запомню. Он затоплен, и что еще хуже, освещение выключено, из-за чего невозможно увидеть, какой он длины. Я сомневаюсь, мгновение, думаю, что это ужасная идея пройти по нему. Неприятное ощущение от того, что я промокну. Самого по себе было достаточно, чтобы заставить меня сомневаться. Но после прочтения дневника я отношусь к этому серьезнее, пока наконец не вздыхаю, зная, что нет других вариантов. Водичка. Я хочу, чтобы я сначала с ним убежала куда-нибудь, да? Привет, одинокий. Но после прочтения дневника я отношусь к этому серьезнее, пока наконец не вздыхаю, зная, что нет другого варианта. Если я не сдвинусь, я никогда никуда не доберусь. По крайней мере, в этом я уверена. Я глубоко вздыхаю, набирая храбрости перед тем, как медленно спуститься по ступенькам. Когда моя ступня касается воды, я вскрикиваю удивленно. Сказать, что она холодная, было бы ошибка. Она адски ледяная. Не могу объяснить, как она не превращается в лед. Я дрожу, сомневаясь, должен ли я продолжить идти. Мне приходится использовать каждую частичку своего «я», чтобы мне хватило воли для продолжения. До тех пор, пока вода не достигает меня немного выше живота. Ах! Вскрикиваю я от смертельного холода, растирая себя, чтобы сохранить немного тепла. У меня занимает несколько секунд, чтобы привыкнуть к этому. К счастью, мое первое впечатление было преувеличенным, иначе я бы умер от переохлаждения перед тем, как получится пройти. Но как минимум одно я знаю наверняка. Если мне удастся выбраться отсюда, я никогда больше не буду мыться в холодной воде. Я слышу, как я расплескиваю воду, когда начинаю идти. Передо мной длинный темный коридор, который продолжается дальше, чем достигает мой взгляд. Если бы не некоторые до сих пор работающие лампы, здесь была бы полная темнота. Пока я иду вдоль коридора, я понимаю, что если еще двери и слева, и справа. Однако я не обеспокоен попытками открыть их. Все они разрушены, смяты, как будто кто-то с ожесточением крушил их молотом. Я останавливаюсь на секунду, чтобы подумать, что могло произойти. Самое лучшее, что мне приходит в голову, что один из членов команды сошел с ума. Не очень воодушевляет. Я вдыхаю, а затем трясу головой, чтобы привести в порядок мысли. Не раздумывая больше об этом, я продолжаю идти по коридору. Из-за воды я двигаюсь так медленно, что кажется, у меня займет целый день, чтобы добраться до конца. Это если я вообще увижу конец. Периодически я нахожу протечки на своем пути. Кажется, верхний этаж тоже затоплен. Так много воды, что я на мгновение сомневаюсь, что корабль до сих пор держится на поверхности. Я продолжаю идти по длинному коридору, чувствуя искреннюю признательность за то, что некоторые лампы до сих пор работают. Некоторые из них мигают, оставляя меня в темноте на мгновение. Но даже небольшое количество света успокаивает.
Я не произнес ни слова с тех пор, как попал в воду до этого момента. «А?» Закричал я растерянно, заметив что-то необычное в ближайшей двери. Она разрушена, как и все остальные, но что в ней нового? Так это то, что на ней были какие-то отметины, глубокие прорези. Я подхожу ближе, чтобы рассмотреть их тщательнее. Именно тогда я понимаю, что эти прорези сделаны когтями. Мое лицо бледнеет от удивления, и одновременно сердце пропускает удар, скованное неожиданным холодом. Я мгновенно вспоминаю, о чем я прочел в дневнике. «Создание из глубин?» Прошептал я тихо, представляя очень много чего, но ничего хорошего. Я, глотая слюну, чувствую, как мои руки трясутся не от холода, не в этот раз. Мне нужно поторопиться и выбраться отсюда. Я больше не чувствую себя в безопасности в этом коридоре. Гррррр! Я только подумал об этом, когда внезапно услышал, как что-то рычит в темноте. Из-за... Что? Ну, боже мой. Из-за эхо в коридоре. Из-за эхо. В коридоре невозможно определить, откуда идет шум. Однако легко понять, что он не похож ни на что из того, что я слышал ранее. Я оборачиваюсь. В этот самый момент все лампы, кроме одной, прямо рядом со мной темнеют. Правда. Моя удача невероятна. Я глотаю слюну, чувствуя свое сердце в горле. Тревога сковывает мою грудь настолько сильно, что тяжело дышать. Потом я слышу, как что-то бьется о воду. Я разворачиваюсь, ничего не обнаружив, к несчастью, я не знаю, откуда это исходит. Как сумасшедший, я осматриваю все, зная, что нечто преследует меня, но не зная, что именно и откуда оно. Чувствовать себя беспомощным ужасно, и ненавижу это. Не могу даже дышать. Нервничаю, я делаю шаг назад, и затем чувствую что-то твердое под ногами. Я смотрю вниз, но с таким слабым светом невозможно увидеть, что это. Единственное, что могу сделать, нырнуть и выяснить, предмет неподвижен, так что я сомневаюсь, что это живое создание. Клац, клац, клац. Создание издает еще один звук. Странный настолько, что я не могу описать, который заставляет мое сердце испуганно биться. Оно, похоже, ищет подходящий момент для нападения. Затем я слышу, как что-то волнует воду за моей спиной. Мгновенно я разворачиваюсь. То, что я обнаруживаю, леденит мою кровь. Мне приходится сдерживать желание закричать. Это выглядит как человек с черной кожей, или скорее смесь человека с рыбой, с плавниками и жабрами. А также с самыми длинными и острыми клыками, которые я когда-либо видел. Вся моя душа покрывается льдом. Я полностью обездвижен, даже сердце останавливается, когда мои глаза наблюдают эту картину. Клац, клац, клац. Снова это создание издает тот же странный звук. Только на этот раз я вижу, как оно делает его. Оно скрежещет своими когтями.
Медленно оно подбирается ближе ко мне. Не похоже, что у него где-то есть глаза, так что, может быть, оно не видит меня. Но оно знает, что я рядом, это точно. Татьяна, привет. Понемногу дистанция между нами обоими сокращается, но все ближе и ближе. Так, давайте сохранимся, а то мало ли. Мы ж не хотим убить главного героя. Противостоять или убежать? Давайте попробуем противостоять. Я глотаю слюну и одновременно сжимаю руки в кулаки, собираясь с внутренними силами. Драться против чудовища звучит как худшая идея, которая у меня может быть, но убегать не лучше. Путь назад темен, и я легко попадусь в засаду. И даже если мне удастся вернуться, боюсь, что я никогда не попытаюсь снова. Может быть, есть что-то такое, что я могу сделать, чтобы отпугнуть его? Клац, клац, клац. Я как раз думал об этом, когда услышал этот звук снова. Однако я не могу сказать, откуда он. Я дрожу от холода в этот момент. Потом вспоминаю, что у меня было что-то под ногой. Небольшой, но твердый предмет. Рефлекторно я приседаю, погружаясь, чтобы поднять его. Когда мое лицо показывается из воды, я открываю глаза в удивлении. Я почти кричу, но мне удается сдержаться. Мое сердце скачет, видя чудовище всего лишь в нескольких метрах от меня. У него нет глаз, так что он не видит меня, зато я вижу его. Гррррр! Рычит оно, вызывая эхо в коридоре, двигая головой во все стороны, разыскивая меня. Я даже не думаю, только мои руки двигаются, сильно сжимая предмет перед тем, как кинуть его из всей силы. Пока предмет в воздухе, я смотрю на него полсекунды. Это кусок металла от сломанной трубы. Бежит чудовище, когда сломанная труба бьет его прямо по голове. Затем оно ныряет в воду и быстро уплывает, ломая одну из дверей, чтобы сбежать. Сперва я был обездвижен от шока, но затем я глубоко вдыхаю и выдыхаю, чувствуя облегчение. И похоже, что оно вернется в ближайшее время. Если бы это зависело от меня, я бы предпочел никогда его больше не видеть. Затем, без причины, освещение в коридоре включается снова. Я моргаю, раздумывая, может ли это иметь какое-то отношение к бегству чудовища. В любом случае, больше нечего делать, кроме как продолжать идти. Что я и делаю, пока наконец не вижу несколько ступеней в конце. Мои глаза засияли на мгновение, переполненные радостью. Я был ближе к концу, чем казалось, просто из-за темноты это было трудно увидеть. Не теряя времени, я поднимаюсь по ступеням, обрадованный тем, что наконец выбрался из проклятой холодной воды. Дождь? Пробормотал я, когда добрался до верхнего уровня. Я смотрю через один из иллюминаторов и вижу, как капли дождя бьют по стеклу. Вода протекает сверху, создавая лужицы повсюду. Похоже, я решил загадку протечек. Оглядываясь, я замечаю знак, на котором написано «Капитанский мостик».
Если есть какие-то подсказки, как выбраться отсюда, или хотя бы что случилось с командой, они должны быть там. Я не сомневаюсь, что надо последовать знаку, находя другие по коридору. Ой, по дороге. Корабль огромный, но похоже, что я близок к конечной точке. Я слышу свои шаги в воде, пока иду, проходя мимо бесчисленных заброшенных кают и сломанных дверей. Этот корабль как лабиринт. На мгновение я задаюсь вопросом, зачем им понадобилось столько кают. Но я предполагаю, что перед тем, как оказаться заброшенными, им... Им находилось использование. Я останавливаюсь на мгновение, когда вижу отметины когтей на двери. Я ощущаю дрожь столь холодную, что она моментально леденит мне душу. Однако отметины не выглядят свежими, и я не слышу рычащего поблизости чудовища, так что я думаю, опасности сейчас нет. Я продолжаю идти некоторое время. Любопытно, что неважно сколько я иду, я не чувствую усталости. Мне ни разу не пришло в голову отдохнуть, кроме моментов, когда я останавливаюсь подумать, что уже долгое время иду без отдыха. В любом случае, если я не ощущаю этого, то мне просто не нужно терять времени на отдых. Вот это место. Сказал я себе, уже стоя перед дверью капитанского мостика. Я глубоко вдыхаю, сомневаясь на мгновение перед тем, как открыть ее. Или лучше сказать, попытаться открыть ее. Я дергаю ее, но дверь остается неподвижной. Что не так? Мой голос полон разочарования, когда я говорю эти слова. Дверь заперта и не откроется в ближайшее время. Я закрываю глаза и вздыхаю, чувствуя, как вся моя энергия уходит из тела вместе с дыханием. Просто это очень несправедливо. Я могу попробовать выбить ее, но она выглядит слишком крепкой. Это будут бесполезные усилия. Я чувствую себя на грани отчаяния. Смотря вниз на пол, не в состоянии поднять голову. А потом я замечаю пару листов бумаги под ногами. С любопытством я моргаю перед тем, как поднять их. Капитан Руерсон заперся на капитанском мостике. Что за трус? Он думает, что у него единственный ключ, но я спрятал дубликат бойлерный. Если удастся добыть его, я смогу открыть дверь и выбраться с этого проклятого корабля. Остаток страницы пуст. Судя по почерку, похоже, что это писал тот же моряк, который вел дневник. Вместе с сообщением там была карта корабля. Достаточно потрёпанная, как будто очень старая, но легко читаемая. На самом деле, это большая удача, может, даже слишком. В любом случае, я не могу жаловаться, когда происходит что-то полезное для меня. Теперь у меня есть ориентир, и, к счастью, бойлерная, похоже, недалеко. Просто мне придется вернуться в этот проклятый затопленный коридор. Я вздыхаю, не чувствуя желания возвращаться туда, но другого пути нет. Затем я начинаю идти назад, не находя ничего достойного упоминания на своем пути, до тех пор, пока я не спускаюсь по ступеням и не погружаюсь в холодную воду. На моем лице гримаса отвращения, и я сдерживаю желание закричать от холода.
Я думаю, что это было будет проще во второй раз, но я ошибался. Не теряя больше времени, я начинаю идти, расплескивая воду по мере продвижения с каждым шагом. Освещение по-прежнему не работает как следует, прямо как в прошлый раз. Но я думаю, это лучше, чем когда он не работает совсем. Когда я подхожу к двери бойлерной, то внезапно останавливаюсь. Это неприятный сюрприз. Я тру лоб в совершенном отчаянии. Невероятное стеснение обстоятельств. Я понимаю, что дверь в бойлерную – это та самая дверь, которую чудовище вышибло, чтобы убежать. Полагаю, что я должен быть как минимум благодарен ему за то, что она открыла-то. Это предотвратило меня от попыток поиска ключа. Но я, правда, не в состоянии поблагодарить его за это. Мое сердце застывает в тревоге, пока я сомневаюсь относительно того, что я должен делать. Самым лучшим для меня будет сделать все быстро и выбраться отсюда. Я делаю глубокий вдох и с этой мыслью начинаю идти, стараясь не шуметь. На тот случай, если чудовище поблизости. Сомневаюсь, что еще одна сломанная труба спасет меня, если я увижу его снова. Путь в бойлерную относительно короткий, гораздо короче длинного коридора, но ничуть не лучше освещен. Не успев подумать, я оказываюсь в большом помещении корабля со множеством печей и трубопроводов, которые, естественно, прекратили работать по причине затопления. Однако мое внимание привлекает не то, а другая, очень важная деталь, о которой я не задумывался раньше. Это бойлерная? Но насколько корабли в наши дни используют такой тип двигателя? Насколько? Однозначно нисколько, как будто я совершил путешествие назад в прошлое. Я тру голову, пытаясь понять сложную машинерию, но после нескольких секунд я просто сдаюсь. Очевидно, что это мне не под силу. В любом случае, хорошо, что мне не нужно чинить это. Мне просто нужно взять ключ и выбраться отсюда. Затем я начинаю осматриваться вокруг. Сказать это гораздо проще, чем сделать. Не хватает одной важной детали. Где именно этот ключ? Привет, мелкий. Помещение большое, и поиск может занять у меня даже не часы, а дни. А с чудовищем, которое скрывается где-то поблизости, это слишком долго. Когда буду паспорта проверять? Не знаю, когда тебе удобно. Тогда и сделаю. Только не сегодня. Выспалась? Да. Ну, я обычно сама же просыпаюсь. Если я не стримлю, значит, я сплю. Ну, либо мне лень стримить. И снова я чувствую, как мой дух слабеет, как песочный замок смывает мощной волной. Что там за смайлик? Осуждаю. В смысле? Безнадежность. Я чувствовал ее раньше много раз. Но даже так я никогда не мог привыкнуть к ней. Я качаю головой. Одними сожалением я ничего не добьюсь.
Мне нужно начинать искать. Может быть, мне повезет, или он на видном месте? Не знаю, если честно, я сомневаюсь в этом. Но ничего не делать точно не поможет мне. Я заставляю себя приступить к обыску комнаты, разыскивая, где он мог спрятать ключ. Он должен быть в месте, на которое никто не смотрит, иначе это лишило бы смысла прятать его. Еще он должен быть в таком месте, которое не повредит ключу, так что это исключает печи, слава богу. Астромер качает банки Альфач СПБ. Какие-то я банки качаю. Хотя они больше не работают, я чувствую ужас от мысли от того, что могу попасть в них, а воду начнет нагревать. После долгих минут я вздыхаю озадаченно. Это было не так сложно, как я предполагал. Я, по крайней мере, раза в три сложнее. Мысли о том, что это невозможно, повторяются в моей голове, как зацикленная запись, но я игнорирую ее изо всех сил и продолжаю искать. А кто в чате? А-а. Токсич Сандер. Был одинокость, был. Фертенок был, но он сказал, что он хлопнул громко дверью и ушел. Из-за того, что я вчерашней песни, которую я спела, я вернула маму. Да, я вернула. Ну, я ж не знаю, слышали вы, как я пою или нет. Я ж не сразу пела часть песни. Поэтому я вернула. Ой, Татьяна тут еще. Это обычно Татьяна и Пельсинка. Заходит и уходит сразу. Мысль о том, что это невозможно, повторяется в моей голове, как зацикленная запись, но я игнорирую ее изо всех сил и продолжаю искать. Клац. 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 А затем внезапно мое сердце останавливается. Моя кровь застывает при этих звуках. Я очень хорошо понимаю, что они означают. Я задерживаю дыхание, осматриваясь везде и не нахожу ничего в зоне видимости. Похоже, что чудовище не в помещении, но оно точно поблизости. Провокация! Звуки его когтей создают эхо во всем помещении, вызывая во мне невыносимую тревогу. Клац, клац, клац. Снова я слышу их, но на этот раз сильнее. Я глотаю слюну, чувствуя, как мое сердце бьется у меня в горле. Мне нужно сделать что-то и сделать прямо сейчас. Сохранить. Пробуем идти туда, где нет воды. Не знаю почему, но это выглядит хорошей идеей. Обычно люди не склонны смотреть наверх, а в этом случае я связался с безглазым чудовищем. Клац, клац, клац. Звук напоминает мне, что у меня нет времени. Так что без дальнейших раздумий я начинаю ползти вверх по одной из печных труб, забираясь настолько высоко, насколько могу. Почему нет награды отстранить? Кого ты там забанить и за что решил? Это напоминает мне о том, как я лазил по деревьям ребенком. Я ж просила не пугать мне чат. Фертенок. Это напоминает мне о том, как я лазил по деревьям ребенком, за исключением того, что в этот раз я делаю это для спасения своей жизни, а не для забавы. За красивые глазки. Какая прелесть.
Забравшись наверх, я держусь изо всех сил за трубы, глядя на вход, ожидая, пока появится чудовище. Татьяна, ты чего прячешься? Видно только глазки. Мое сердце колотится, но мой разум спокоен. Я испуган, но это звучит неправдоподобно, что оно может найти меня здесь. Чё? Два чудовища? А, это... Грар! Чудовище рычит нечеловеческим голосом, входя в дверь. Я слышу, как плещется вода, пока оно осматривает комнату с нетерпением. Похоже, оно ищет меня. Оно знает, что я близко, но не знает, где. Я вижу, как оно обыскивает каждый угол, скрежеща когтями с беспокойством. Клац, клац, клац. Этот звук запечатлелся в моей памяти. Однако наблюдение за его нетерпеливостью приводит меня в отличное расположение духа. На мгновение я даже подумываю посмеяться над ним, но, конечно же, не делаю этого. Это неблагоразумно издавать даже малейший звук. Грар! Затем чудовище колотит по воде, забрызгивая все вокруг, а потом неоднократно запускает свои когти в одну из печей, вызывая каждый раз громкий скрежет металла. Это действительно невыносимо. Я прикрываю ухо одной рукой, используя вторую руку, чтобы держаться за трубу. Но, к счастью, это продолжается недолго. Немногим позже я вижу, как чудовище смиряется и ныряет под воду, быстро уплывая. Всего лишь за пару секунд опасность исчезает, однако я жду немного дольше, чтобы убедиться, что оно не вернется. Когда мое сердце наконец успокаивается, я понимаю, что настало время спускаться и продолжить поиски. Однако, именно когда я думаю об этом, я вижу кое-что, останавливающее меня. «А?» Произношу я растерянно, замечая нечто странное в плафоне лампы поблизости от меня. Лампа свисает с потолка, наполняя свое обычное предназначение освещать помещение. Выполняю. Мне всего лишь нужно выставить руку, протянуть ее к себе. Потом вдруг мое сердце подпрыгивает от удивления. Я широко открываю глаза с лицом, выражающим недоверие, из-за чего я, несомненно, выгляжу глупо. Но ничего не поделаешь, сам того не ведая, я только что нашел то, что искал. Это ключ. Вскрикиваю я, переполненный радостью. Он был в месте, в котором я бы никогда не подумал искать. Я бы никогда не нашел его, если бы не чудовище. Но там не только это. Я моргаю от любопытства, видя, что там лежит еще листок бумаги вместе с ключом. Не теряя времени, я беру его и читаю, о чем в нем говорится. Неудачливый рыбак. Давным-давно жил-добыл один рыбак, которого с тех самых пор, как он родился, преследовала неудача. В то время, как у других случались хорошие дни и плохие дни, для него все дни были одинаково несчастливыми. Каждый день, когда заходило солнце, смотрел он с завистью на других, более удачливых, которые могли вернуться домой с сетями, полными рыбы, в то время как ему везло, когда он мог поймать две, а еще больше, если ему удавалось продать одну из них. Устав от этого, задумал он посетить местного предсказателя в поисках ответа. Ответ, который он получил, мало ему понравился. Предсказатель поведал ему, что он родился под несчастливой звездой, и поэтому душа его отмечена печатью неудачи.
как есть принцы и герои, рожденные в окружении счастливой судьбы, так есть и другие, рожденные в окружении несчастья. И рыбак был одним из них. Отчаявшись, рыбак умолял предсказателя об избавлении его от неудачи, на что тот отвечал, что есть только одно средство, и средство это уехать в далекие края, место, недоступное человеческому взору. Недолго думая, рыбак собрал все свои пожитки, наполнил много бочек едой и водой, приготовившись к долгому путешествию на своей лодке. У него не было определенного направления, он хотел лишь позволить течению принести его в место, где он мог бы жить без этого проклятия. Многие дни плыл он по морю, забывая обо всем, даже о том, сколько всего случилось с тех пор, как он поднял паруса. Потом вдруг обнаружил он однажды, что небольшое отверстие появилось в лодке. Оно было такое маленькое, что он легко его задел и забыл о нем вскоре после этого. Но на следующий день 2 новых отверстия появилось, на следующий 3, а через день 4, потом 5. Рыбак изо всех сил старался заделать все течи и защитить лодку от наполнения водой. Но сколько бы он ни работал, всегда без причины, еще больше отверстий появлялось на следующий день. Неудача, казалось, следовала за ним, даже когда он очутился посередине океана. Даже после этого он продолжил бороться, бессмысленно бороться, пока у него не закончились материалы, чтобы заделать бесчисленные теперь отверстия, которые наводняли лодку. Ничего не оставалось делать, неотвратимо лодка погружалась на дно океана, вдали от берега. Неужели он не понимал, что все, что ему нужно было делать, это ничего. На дне океана у него никогда не будет неудачи. Это и есть место, недоступное человеческому взору. «Что это?» – прошептал я более чем растерянный. «Этот почерк отличался от того, который я видел раньше, моряка. Так что получается, что был кто-то другой, кто написал это». Я потер голову растерянно, пытаясь безуспешно представить, зачем кому-либо понадобилось прятать что-то подобное. В итоге у меня нет другого выбора, кроме как сдаться и принять это. В конце концов, единственное, что важно, это ключ в моих руках. Настал момент возвращаться и, наконец, открыть дверь на капитанский мостик. Путь назад кажется коротким на этот раз. Не знаю, или из-за того, что я воодушевлен сделанным достижением, или потому что я просто привык передвигаться по кораблю, но ощущалось так. Незаметно для себя я уже стоял перед дверью с ключом в руке. Мое сердце бьется воодушевленно, когда я вставляю ключ в замочную скважину, услышав затем звук отпирающейся двери. Немедля больше я открываю дверь, не знаю, что ждет меня с той стороны, но мне не терпится выяснить. «А?» Восклицаю я растерянно, воодушевление быстро умирает, оставляя только чувство разочарования. Недоверчиво я осматриваю темную и пустую комнату. Похоже, она простояла так годами, и что гораздо важнее, нет ни одной вещи, которую можно было бы использовать. Компьютер уничтожен водой, которая течет с потолка.
компьютера. Несмотря на то, насколько это было очевидно, я пытаюсь включить их, просто чтобы удостовериться, что они не работают. Как я и предполагал, ничего не происходит. Я смотрю вниз, растерянно, чувствуя беспомощность и без какой-либо мысли, что делать дальше. Я тру лоб, ощущая предобморочное состояние. Не важно, сколько раз удача улыбается мне, не важно, сколько всего я делаю, я всегда оказываюсь в тупике. Нет места надежнее на этом корабле. Ты не можешь сбежать. Не важно, как сильно я ненавижу все это, я не могу перестать повторять это про себя. Простите. Я почти подпрыгиваю от удивления, когда я слышу, как кто-то говорит позади меня. Мгновение я разворачиваюсь, обнаруживая маленького мальчика. Мой разум опустошается, пока я разглядываю его, не зная, что сказать. Я сомневаюсь, что настоящая иллюзия подходит гораздо больше к этому моменту. Но если и так, это была самая жизненная иллюзия из когда-либо виденных мной в жизни. Я вижу, как он дышит, глядя на меня, следуя за мной глазами, испуганный тем, какими неожиданными были мои движения. «Извини», — произношу я, глубоко вздохнув, чтобы расслабиться. «Я напугал тебя?» «Да, и сильно», — сказал я, пытаясь сделать дружелюбную улыбку. На мгновение я думаю сказать, что я рад, но он не чудовище, но быстро передумываю, что он не чудовище. Я думаю, это то, о чем лучше не говорить. «Ройер». «Меня зовут Ройер, а тебя как?» Сказал мальчик, представляясь довольно естественно. Он не выглядел очень обеспокоенным тем, что находится перед совершенно незнакомым человеком. «Меня зовут Гарри», сказал я, разглядывая его. Есть что-то странное в этом мальчике. Само его присутствие вызывает очень много вопросов. «Вы капитан этого корабля?» «Нет, я просто пассажир». Ройер качает головой, отрицая это, а затем в ответ смотрит в мои глаза. Он смотрит на меня, как будто я был каким-то чудом, когда я всего лишь самый обычный человек в мире. «Почему ты так пристально смотришь на меня?» Спросил я дружелюбно, просто из любопытства. Ройл дрожит перед тем, как сказать, и смотрит вниз в стеснение. «Прости, просто ты первый человек, которого я вижу за долгое время». Я растерянно моргаю, услышав его, чувствуя небольшую жалость к нему. «Ты пробыл в заточении на этом корабле долго?» Ройер не отвечает, но я вижу, как он кивает. «Сколько?» «Не помню. Когда двигатели перестали работать, электронное табло с календарем погасло». Ройер закрывает глаза и трет голову, пока пытается размышлять об этом, но, похоже, это бессмысленно. «Нет, извини, но я не имею ни малейшего представления. Я только знаю, что это было долго». «Все хорошо, не беспокойся об этом». Сказав это, я перевожу дыхание. «Как ты оказался на этом корабле, Ройер? Ты часть команды?» «Да, я помощник капитана», сказал он, говоря так, как будто это было чем-то естественным.
Ну, конечно же, ребенок в качестве помощника капитана такого большого корабля – это что угодно, но только неестественно. Единственное, что я могу предположить, что он его сын. Понятно. Я выгляжу растерянно. Где остальные члены команды? Ты знаешь, что произошло с ними? Ройер снова качает головой в отрицание. Я не знаю. Ты первый человек, которого я вижу с тех пор, как появилось чудовище. Я открываю глаза, удивленно услышав это. Так ты видел его? Ройер кивает. Именно из-за этого чудовища я всегда прячусь. Но когда я увидел тебя, я почувствовал желание поговорить с тобой. Мне не нравится быть одному все время. Да, я понимаю. Я по-прежнему не уверен, как может маленький мальчик выжить на этом корабле так долго. Но я не говорю о таком корабле. Но я же говорю о таком корабле, у которого невиданное чудовище на борту, поэтому я думаю, может быть попроще со здравым смыслом. В этот момент я вспоминаю, что было кое-что более важное, о чем нужно спросить, сама причина, по которой я пришел сюда с самого начала. Ройер, ты случайно не знаешь, как выбраться с этого корабля? Я приседаю, так что мы можем смотреть друг другу в глаза. Однако, как только я задаю вопрос, он отворачивается смущенно, очевидно, что-то беспокоит его. Я пробовал множество раз, но невозможно выбраться с корабля или починить его. Команда устала от заделки протечек и вместо этого позволила кораблю заполниться водой. Пока мы разговариваем, он медленно тонет, и мы ничего не можем сделать. Ройер почти плачет, закончив говорить. Если быть честным, это очень безнадежная ситуация, но должно же быть что-то, что мы можем сделать. Кроме того, если команда сбежала, это потому, что они нашли путь наружу, правильно? Единственный другой вариант, что может быть чудовище съело их, но лучше не думать об этом. Я воспользуюсь преимуществом неопределенности и скажу, что они сбежали. Бесконечное количество сохранений. Слишком рано сдаваться. Еще слишком рано сдаваться. Произнес я, пытаясь подбодрить его. Я уверен, что есть ответ, даже если он не очевиден с первого взгляда. Ройер после этого качает головой. Нет, нет ничего. Я обдумал все и ничего не сработает. Это бесполезно, чудовище остановит нас. Ройер, тебе не нужно думать об этом, чтобы так легко сдаваться. Кроме того, у нас нет другого выхода. Когда я говорю, то на самом деле не думаю о том, что сказал. Мгновенно я вижу, как он опускает голову подавленно. Я задерживаю дыхание и чувствую горький привкус во рту. Я думаю, лучше сменить тему. А почему ты говоришь, что чудовище остановит нас? Оно что, уже делало так раньше? Именно это вызвало во мне любопытство. Несложно понять, что чудовище представляет проблему, но звучит так, как будто оно преднамеренно пытается разрушить любые попытки выбраться. Ройер раздумывает над этим пару секунд. Каждый раз, когда я пытаюсь сделать что-то, оно появляется. Именно это случилось, когда я пытался добраться до спасательной шлюпки. Понятно.
сказал я задумчиво, пытаясь представить это, а затем одна мысль приходит мне в голову. Ройер, когда ты говоришь, это невозможно, ты имеешь в виду, что больше ничего не осталось сделать? Или есть варианты, но ты уверен, что чудовище не позволит нам ничего сделать? Почему-то это было почти одно и то же, но одновременно и совсем другое. Есть, кроме того, кое-что еще, чего у него не было раньше. Моя помощь. Что? Восклицает Ройер недоуменно, моргая и глядя на меня. Потом он смотрит вниз, размышляя над этим. Хорошо, думаю, всегда можно попробовать включить сигнал спасения в радиорубке. Сказал Ройер, дрожа от одной только... от одного только упоминания последнего слова. Нет, это невозможно. Там логово чудовище. От услышанного у меня начинается тошнота. Тут же я глотаю слюну и чувствую, как в горле пересохло. Мое сердце останавливается и пропускает удар от шока. Даже находиться под водой может быть лучше, чем в логове чудовища. До тех пор, пока я не представил это, я не понимал, как он себя чувствовал. Да, выход должно быть, но это означает встретиться с чудовищем с острыми длинными когтями. Думаю, это то же самое, что сказать, что это невозможно. Бессмысленно посылать сигнал спасения, если ты не останешься в живых, чтобы произнести его. Ройер, можешь придумать что-нибудь еще? Я спросил без особой надежды на что-то, он покачал головой отрицательно. Нет, прости, Гарри. Все остальное уничтожено из-под водой. Или под водой. Сказав это, Ройер вздыхает. И по его дыханию понятно, что он сдался. После этого он некоторое время сидит на полу, постоянно смотря вниз, чувствуя вину за то, что произносит только плохие вести. Я молчу и обдумываю. Корабль медленно тонет, и нет ничего, что мы можем сделать. Такова судьба, которую мы приняли. Это на самом деле достойно сожаления, даже жалости. На моем лице появляется отвращение, чем больше я думаю об этом. Это естественно, бояться чудовища даже разумно, но ждать, пока корабль погрузится и утонет, неужели это не так же страшно? Просто опустить руки и сказать «я не могу». В действительности, я не хочу этого. Если у меня есть два выбора, один, несомненно, смерть, а другой с небольшим шансом на успех. Неужели не должно быть ясно, что мне нужно делать? Ройер. Назвал я его по имени, и его вид снова зажег свет в моих глазах. Он смотрит на меня растерянно. Ты знаешь, где находится радиорубка? Я сразу вижу, как он трясется и дрожит, не веря звукам моих слов. Он смолкает на пару секунд, как будто думает, правильно ли он меня расслышал. Ты меня не слышишь? Чудовище съест тебя. Не стоит даже пытаться. Он выглядит еще более рассерженным, когда говорит это. Сколько выборов?
правильно, но нет другого пути. Я глубоко вздыхаю в тот момент, перед тем, как потереть лоб расстроено. Что еще мы можем делать? Мы в тупике. Ты прав, но у нас нет другого выбора. Я заставляю себя произнести эти слова. Руир смотрит в сторону, выглядя убитым горем. Долгие секунды проходят в тишине. Мы оба ожидаем, пока другой что-нибудь скажет, но просто было не о чем больше говорить. У нас нет выбора, кроме как заставить себя принять наш единственный шанс. «Я знаю», — сказал он в итоге, глядя мне в глаза. «Я боюсь чудовища, но я не люблю быть один, и мне не хочется знать, что я утону, если продолжу ждать». Я киваю перед тем, как положить руку на его плечо, чтобы успокоить его. «Не думай так. Нам нужно думать, что мы сможем сделать это». «Но это невозможно». «Это тяжело, но не невозможно. Мне удалось убежать от чудовища дважды». Я думал рассказать больше, чтобы объяснить, что я испугался и мне повезло, но еще до этого Роер вскакивает от удивления. «Правда? Это невозможно. Тогда ты должен быть очень сильным». Он смотрит на меня глазами сияющей надежды, так сильно, что мне неприятно от того, что я скажу затем. «Не очень. Мне просто повезло, но даже так я могу подтвердить, что у чудовища есть слабые места. Если мы придумаем план, то я уверен, мы сможем спугнуть его на время. Достаточно для того, чтобы включить сигнал и скрыться». Когда я говорю это, то стараюсь выглядеть настолько серьезным и собранным, насколько это возможно. Это тяжело, учитывая, что я сам не верю собственным словам. «Ох», — восклицает Роер перед тем, как посмотреть вниз расстроенно. «Не могу сказать, что меня не задевает увиденное, но я ничего не говорю. Я мало что могу сказать, что прозвучит лучше и не будет ложью». Затем я качаю головой, сбрасывая тяжелую тревогу с плеч. «В любом случае, нам нужно идти. Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше времени сомнения будут мучить нас». Роер смотрит вверх и моргает, глядя мне в глаза растерянно. «Ты уверен?» «Да». Просто ответил я, хочу сказать больше, но никакие другие слова не приходят мне в голову. Сказать хорошего нечего, единственное, что у меня есть, это моя решимость. Роер задумывается на секунду, но в итоге просто кивает. Он не отвечает, кажется, он до сих пор сомневается, что не хочет говорить. Но не хочет говорить. После этого мы тихо покинули капитанский мостик. «Ты знаешь, где радиорубка?» «Да, следуй за мной. Здесь недалеко, но нам придется спуститься на затопленную палубу». Не могу сказать, что я счастлив слышать это, но я следую за ним без сожаления. Так как мы идем в тишине, я чувствую, как корабль медленно кренится на бок. Стоит только сосредоточить свое внимание, и можно почувствовать это, так же, как и звук шторма снаружи. Шторм долго длится. Сказал я одновременно, потирая голову, чтобы поддержать беседу. Находиться в такой тишине неудобно. Он продолжается днями напролет без конца. Мы заключены в нем столько, сколько я могу вспомнить.
Роер даже не смотрит на меня, когда говорит. Он продолжает идти, как будто это абсолютно естественно говорить о вечном шторме. Днями напролет, без конца, то уверен, что это не просто один шторм за другим. Нет, я уверен, что это один и тот же шторм. Все беды корабля начались с ним, со штормом, который до сих пор не прекращается трясти нас. Сказав это, Роер останавливается и оборачивается, чтобы посмотреть мне в глаза. Все на корабле знали об этой странности и ненавидели это. Но у нас не было другого выбора, кроме как смириться. Объяснил он и наклонил голову. Роер моргает, ожидая, пока я скажу что-нибудь с любопытством. Понятно. Сказал я, заставляя свой разум представить это. После короткой паузы мы продолжаем идти, двигаясь в тишине по длинному коридору. Когда появилось чудовище? Внезапно спросил я, когда я произношу эти слова, мы вдруг останавливаемся. Роер задумывается об этом на мгновение перед тем, как ответить. Не помню. Знает только, что однажды оно появилось. Сперва это было просто слухи среди моряков, более обеспокоенных тем, чтобы заделывать отверстия в корабле. Но все больше людей начали говорить, что они видят его каждый день. Пока не начали появляться доказательства, например, сломанные трубы и двери со следами когтей и зубов. Сказав это, он затихает, как будто ожидая, пока что-то произойдет. Секунды проходят без изменений, мы не идем и не говорим ни единого слова. А потом? Наконец спросил я беспокойно. После этого я не знаю, что случилось. Я только помню, как проснулся совершенно один. Все исчезли, кроме чудовища. А когда я попытался добраться до спасательных шлюпок, оно появилось и встало на моем пути. Вот почему я спрятался. Слова Роера звучат. Я не знаю, как описать это. Это не просто печаль, если еще какое-то сожаление в нем. Его сердце чувствует тяжесть, зная, что его бросили, и не так трудно понять это. Он не знает, сколько дней прошло, но судя по тому, что он сказал, похоже, не менее нескольких месяцев. А может быть и больше времени. Мы заключены на корабле с чудовищем и окружены вечным штормом. Почему я уверен, что это не могут быть даже годы? Мне важно, я трясу головой, чтобы провести порядок в мыслях. Понятно. Хорошо, сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы включить сигнал спасения. Роер кивает, а затем продолжает идти. Чем больше мы идем, тем больше я ожидаю, что появится чудовище, но этого не происходит. Не знаю почему, но это приводит меня в беспокойство.
это первая комната справа, после спуска по лестнице. Объясняет он, одновременно оборачиваясь, чтобы посмотреть мне в глаза. Я растерянно моргаю, быстро осматривая ступени. Уровень воды здесь кажется выше, чем в другом коридоре. Или так, или может быть вода поднялась, пока мы разговаривали? Пока я размышляю об этом, я глубоко выдыхаю. Позже вдохнув, чтобы наполнить мои легкие воздухом и набраться смелости. Отлично, здесь, пока я включил сигнал спасения. Ройер дрожит, как только слышит мои слова. Ты с ума сошел? Ты оставишь меня одного? А что, если чудовище появится? Мое лицо становится растерянным, я в замешательстве после того, что услышал от него. На самом деле, я не подумал об этом. Разрешить ему пойти со мной опасно, но оставить его одного может быть тоже. По крайней мере, если мы вместе, то можем помочь друг другу. Честно говоря, я думаю, это больше из-за страха остаться одному, чем из-за опасности, но в любом случае, это веская причина. Ты прав, извини. Сказал я пристыженно, со слабой улыбкой на лице. Затем я возвращаю взгляд на ступеньки, наблюдая непотревоженную холодную воду. Глубокий вдох. Ты готов? Да. Ответил он немного беспокойно. Хорошо, тогда не будем терять больше времени. Сказав это, я начинаю медленно спускаться по ступеням. Только останавливаюсь на мгновение, когда нога касается воды. Мне не нравится снова погружаться в холодную жидкость. Потом я продолжаю, дрожа, как будто от ощущения того, что вода поднялась до живота, пока наконец не касаюсь пола коридора. Я останавливаюсь перевести дыхание, а затем оборачиваюсь. Для Ройера это еще труднее. Вода доходит ему до шеи, но, по крайней мере, похоже, он может дышать без проблем. «Ты умеешь плавать?» — спросил я с любопытством, одновременно повернувшись посмотреть на него. Сомневаюсь, что можно быстро двигаться в такой ситуации. Все члены команды умеют плавать, не переживай. Я вижу, как, сказав это, он проплывает пару метров вперед, а затем возвращается ко мне. Как и ожидалось, он действительно лучше в этом деле, чем я. Отлично, тогда пошли. Сказал я без дальнейших раздумий, направляясь в радиорубку. С каждым сделанным мной шагом мое сердце кажется тяжелее, все сильнее и сильнее, до тех пор, пока не достигает точки, в которой превращается в камень от тревоги. Я сглатываю, чувствуя, как слюна горчит. Я не знаю, чего ожидать, знаю только, что будет плохо, очень плохо, но не знаю наверняка, что. Я слышу звук плещущейся воды, стараясь не думать об этом. Вот она. Сказал Ройер, глядя на металлическую дверь, полностью поломанную
и, что еще хуже, усеянную следами когтей клыков повсюду. Чтобы сделать что-либо подобное, чудовище должно быть крепче стали, что делает его во много раз сильнее меня. «Что ты делаешь?» — спросил Ройер недоуменно, смотря на меня, как я поднимаю кусок трубы из груды исковерженного металла. Он примерно метровой длины и выглядит достаточно крепким. Я подумал, что было бы неплохо иметь оружие. Первый раз, когда я встретился с чудовищем, мне удалось отпугнуть его, бросив кусок трубы ему в голову. Нам не нужно уничтожать его, нужно просто заставить его уйти на время, достаточное, чтобы включить сигнал и скрыться. Сказал я спокойно, настолько, насколько возможно. Как будто знаю, о чем говорю, но Ройер смотрит в ответ на меня с сомнением. Понятно. Это все, что он сказал перед тем, как отвернуться. Я вздыхаю, немного расстроена, но в любом случае, я не очень хороший боец. Еще меньше я герой, уничтожающий чудовищ. Я знаю, это очень хорошо. Я пойду первым. Сказал я, набравшись смелости. Ройер просто кивает. Затем я медленно вхожу через поломанную дверь, осторожно избегая порезов разорванными кусками металла. Затем я моргаю растерянно. «Ты уверена, что это логово чудовище?» «Оно не такое, как я ожидал». Мысленно я представлял место, заполненное яйцами или как минимум какой-нибудь слизью, из-за которой это выглядело бы как логово неведомого чудища. Но здесь абсолютно чисто, на самом деле не выглядит чем-то сильно отличаясь от любой другой комнаты. «Да, уверен, оно постоянно прячется возле этого места», — объяснил Ройер, немного рассерженный моей недоверчивостью. «По крайней мере, я знаю, что он не обманывает. Я представил, как оно прячется, мое сердце тревожно забилось. Внезапно я бью по поверхности воды много раз, чтобы взволновать ее. Хочется поверить, могу ли я заставить его выйти. Что? Да, все так притихли. Внезапно я бью по поверхности воды много раз, чтобы взволновать ее. Хочется поверить, могу ли я заставить его выйти. «Что ты делаешь?» «Ой», — обеспокоенно спрашивает Рой, глядя на меня с недоумением. Затем я останавливаюсь и смотрю ему в глаза.
Извини, я хотела поднять шум, чтобы заставить его выйти в случае, если оно прячется. Ройер раздраженно хмыкает. Осторожнее. Ты мог приманить его сюда. Раз это его логово, я думаю, мы можем быть уверены, что оно где-то поблизости. Лучше знать хотя бы, что оно не поймает нас неожиданно. Сказал я, говоря серьезно, пытаясь оправдать свои действия. Но, признаюсь, я не чувствовал себя очень умным после сделанного. Страх управлял мной больше, чем что-либо другое. Ройер моргает, а потом отворачивается. Может быть, ты и прав, но, похоже, его нет дома. Я осматриваюсь, услышав, как он сказал это, и не нахожу ничего, кроме спокойной воды. Мои руки ослабляют хватку на трубе. Видимо, так. Пробормотал я, до сих пор сомневаясь в этом. Затем я перевожу взгляд на красную кнопку, которая была внутри стеклянного футляра, по типу тех, что закрывают пожарную сигнализацию. Это та самая кнопка для того, чтобы послать сигнал спасения? Спросил я, пристально смотря на нее. Да, это она. Говорит Ройер с уверенностью в своих глазах, в своих словах. Он теперь не выглядит таким испуганным, хотя я думаю, тот факт, что чудовища здесь нет, очень помогает в этом. Хорошо, я нажму ее, а потом мы выберемся отсюда. Ройер кивает, не говоря ни слова. Затем я быстро иду к кнопке. Мне нужно воспользоваться преимуществом того, что чудовище отсутствует, и покончить с этим. Я не думаю ни о чем, кроме того, этого, выполняя свою задачу и держу трубу изо всех сил. Если бы комната не была затоплена, это заняло бы у меня не более нескольких секунд, но вода замедляет мои движения, заставляя меня тратить больше времени, чем мне хотелось бы. Но это не останавливает меня. Вскоре я распрямляю руку, чтобы дотянуться до кнопки. Я почти касаюсь ее. Красный цвет кнопки отражается в моих глазах, пока мое сердце бьется с надеждой. Я чувствую, что это первый раз с тех пор, как я попал на корабль, когда я ощущаю себя способным завершить начатое. Это конец. Мы сделаем это. Но, конечно, это все было неправдой. Внезапно все мои надежды были уничтожены, разбиты на куски, настолько маленькие, что исчезли из этого мира. Я не успеваю даже подумать, когда вижу, как чудовище выныривает из воды, выпрыгивая, как летающая рыба. Чисто инстинктивно я взмахиваю руками, похожие на то, что я пытаюсь ударить его трубой, но это неправда. Я не думал, просто двигал руками, и так получилось, что в них было оружие. А потом я слышу взмах, за которым следует звук чего-то бьющего по воде. Я опускаю руки, смотря с бледным лицом и широко открытыми глазами, дрожа от страха, до сих пор потрясенный впечатлением от того, что труба, которую я принес в качестве оружия, теперь стала в два раза короче. Мгновение ока просто моментально оно ее разрезало. И самое худшее, что это просто случайность. Если бы я не среагировала от страха, то это моя голова укоротилась бы в два раза. По крайней мере, теперь я могу быть уверенным в одном. Я был прав, когда думал, что это может быть ловушкой. Иногда плохо быть правым. Я слышу, как Ройер испуганно кричит сзади меня от неожиданности, одновременно
разбрызгивая воду. Я думаю, что он приносит что-то, но я не понимаю, что. От испуга я забыл, что означают слова моего собственного языка. Единственное, что я слышу, испуганные вопли, которые подстерегают мое и без того взбудораженное сердце биться еще быстрее. Я глотаю слюну и еле дышу, достаточно лишь, чтобы не упасть в обморок. Я не могу пошевелиться ни единым мускулом, за исключением импульса закрыть глаза. Прямо сейчас чудовище позади меня. В любую секунду я жду нападения, которое уничтожит меня. Однако это занимает у него слишком много времени. Не знаю, прошла ли пара секунд или больше, но время, пока я остаюсь обездвижена, ожидая в окаменении своего конца, тянется слишком долго. Чего он ждет? Он издевается надо мной? Затем я вижу, как чудовище плывет с невообразимой скоростью, как рыба оказывается между кнопкой и мной. Клац, клац, клац. Оно лязгает своими когтями, разрывая дрожь в спине своим этим звуком. В этот момент я был убежден, что оно наверняка игралось со мной. Оно может убить меня, но вместо этого рушит мои планы. Это не естественный инстинкт. У этого есть другое название. Это самый настоящий злой умысел. Я чувствую, как моя душа холодеет и застывает. Тревога разрушает меня изнутри, заставляя меня дрожать, как будто бы я чувствовал неодолимую морскую болезнь. Клац, клац, клац. Снова этот звук, ненавижу его. Сам того не замечая, я стал воспринимать его как предвестника неудачи. Не в силах повлиять на это, я начинаю чувствовать, что приходить сюда было ошибкой. Сожаление охватывает меня, наполняя горькими ощущениями. Отчаявшись, я крепко держу единственную имеющуюся у меня вещь, не помня даже, что это такое, кроме того, что оно твердое и в моих руках. Потом вдруг мне в голову приходит озарение. Конечно, кусок трубы. Я вспоминаю, что случилось, когда я в первый раз бросил им в него. Боли, кажется, хватило для того, чтобы оно убежало. Я не очень уверен в своей точности, но если мне удастся попасть в него, я уверен, это сработало. Что такое? Что происходит? Поток моего сознания прерван, прежде чем я успел завершить начатое. Мой мозг переворачивается вверх ногами, когда я вижу, как что-то меняется в чудовище. Я говорил, что именно это является моим преимуществом. Гарар! Ничего себе, у него глаз, кажется, есть. Создание рычит, уставившись на меня большим красным глазом прямо по центру своей головы. Это первый раз, когда я его вижу. Нет, похоже, что он просто скрывал его. Я не видел его раньше, потому что его не существовало. Ему удалось развиться за то короткое время после нашего столкновения. Это сумасшествие или безумие? А? Вода поднимается. Восклицает вдруг Роер, видя, как растет уровень воды. С такой скоростью понадобится всего пару часов для того, чтобы помещение полностью ушло под воду. Времени достаточно, чтобы убежать, но это означает, что если мы так поступим, то у нас не будет второго шанса. Нет, никакого. Мы вернемся завтра. Я чувствую удивление, однако не оборачиваясь посмотреть на него. Все мое внимание было сосредоточено на чудовище, которая в ответ уставилась на меня.
только я знаю, что оно не испугалось, оно наслаждалось именно так, иначе оно не стало бы так стараться выставить меня ничтожеством. В этот момент кое-что осознаю. Еще одно чувство растет во мне, такое всеобъемлющее, что легко вытесняет даже страх, оставляя его в стороне. Это безнадежность. Единственным, что превосходило мой страх, было ощущение того, что все, что я делаю, бесполезно, что я не могу ничего сделать, чтобы убежать от судьбы и не утонуть вместе с кораблем. Неважно, сколько я борюсь, неважно, сколько я об этом думаю, сколько раз я пытаюсь или как сильно я хочу этого. Чудовище всегда будет здесь, чтобы разрушить мои планы. Я думаю, называть его чудовищем правильно во всех смыслах этого слова. Я смотрю вниз на мгновение. Клац, клац, клац. Звук его когтей отдается эхом в моем сердце, разрывая его. Я сомневаюсь, я не хочу идти назад, но что я могу сделать? Ну, кажется, бросить него трубой не лучше идея. Он же видит тебя, но все равно план бросить него трубой. Я обдумываю это еще один последний раз, заставляя себя принять решение. В конце концов, между двумя ужасными вариантами, именно тот, при котором есть хотя бы слабая надежда на успех, выглядит более привлекательным. Я держу трубу с такой силой, что пальцы начинают болеть. Даже несмотря на то, что я нервничаю, мой хват сильный. Я вложил всего себя в эту мысль, все мое внимание, все мои оставшиеся силы, все ради малейшей надежды на успех. Мои глаза ни на мгновение не перестают смотреть на чудовище, они наблюдают за ним, замечая мельчайшие детали. Он смотрит на меня в ответ точно таким же образом. Не знаю, понимает ли он, что я что-то задумал, или он делает это совершенно непроизвольно, но его глаз сосредоточен на мне. В этот момент ничего другого для меня не существует. Я полностью игнорирую кричащего от ужаса Ройера и поднимаюсь в воду. Только одна вещь существует, и это враг передо мной. Дуэль наших глаз, кажется, длится вечность. Я ожидаю наилучшего момента для наступления, не уверен только, смогу ли я распознать его. Я просто жду и продолжаю выжидать, пока не замечаю, как что-то меняется. В моей голове зажигается искорка, когда вдруг чудовище моргает. В тот же мгновение мой разум кричит мне сделать это. Это мой шанс. Дважды не думая, я взмахиваю рукой изо всех сил, даже больше, чем я думал. У меня есть. Бросаю трубу ему. Ой. Что? Бросаю трубу ему в голову. Пока на воздухе мое сердце останавливается, все остальное исчезает. В тишине я вижу, как она летит, кажется, целую вечность, медленно двигаясь к своей цели. Невероятно, как мгновение, кажется, предопределяет всю нашу жизнь. Есть два очень различающихся пути. Один я ненавижу, второго я жажду. Единственное, что разделяет их время, менее секунды, которая длится как раз в этот миг. Когда он, наконец, кончается, я слышу неописуемый звук, за которым следует тот, который знаком мне очень хорошо. Клац, клац, клац. Чудовище трет свои когти, насмехаясь надо мной. Можно подумать, что оно смеется в этот момент. У меня перехватывает дыхание, как легко ему удалось отразить трубу, всего лишь одним ударом, который был молниеносным.
Я смотрю вниз, чувствую, как моя душа рассыпается на куски до тех пор, пока не становится пылью. Во мне ничего не осталось, даже сил сбежать. Мое лицо бледно, как будто вся кровь высосали из тела досуха, вся кровь, а мои глаза смотрят на пол. Я не заслуживаю того, чтобы видеть моего врага, и у меня даже нет смелости сделать это. Единственное, что мне остается, пустое тело, утонувшее в отчаянии, которое холоднее даже воды вокруг меня. Я просто хочу раствориться в воде и исчезнуть. Я хочу забыть обо всем, так чтобы мне не нужно было чувствовать тяжесть моего поражения. И после этого я слышу, как вода приходит в движение. Не успел я подумать, как мое желание исполнилось. Чудовище затягивает меня под воду, и нет ничего, что я мог бы сделать, чтобы остановить его. Я даже не сопротивляюсь, мне уже все равно, я сдался. В конце единственное, что я чувствовал, благодарность. Даже утонуть не так страшно, как чувствовать невыносимую безнадежность моего сердца. Фин. Видимо, неправильный вариант. Давайте загрузим. Ой, попробуем не драться с ним. Я думаю над этим еще один последний раз, заставляя себя принять решение. Передо мной были два уже варианта. Убежать и погибнуть, когда корабль утонет, или попытаться бороться, зная, что это бессмысленно. Все правильно. Последний из них и слабый шанс на успех. Из них двоих это делает его лучше. Но я не отношусь к людям, которые ожидают слишком многого от удачи. По этой самой причине я не люблю азартные игры или ставки. Чаще, чем удача, мои усилия двигали меня вперед. Готовиться к экзаменам, делать домашнюю работу, заниматься. Вот почему я не уверен, делая этот выбор. Просто бросить трубу и молиться о лучшем определенно не звучит хорошо. Мартин, спасибо за ретрансляцию. Я моргаю в первый раз за время, казавшееся вечностью. Впервые мои мысли отрываются от чудовища, и я по-прежнему смотрю на него, но мое внимание где-то в другом месте. Неужели... Нет третьего варианта. Кто сказал, что их всего два? Почему они должны быть такими? Может, есть еще что-то, что я упускаю? Если я убегу, то я всего лишь отсрочу неизбежно, а если сражусь с ним, то бесславно проиграю. Корабль тонет, а чудовище гораздо сильнее меня. Тогда что я могу сделать? Я думаю об этом каждой частице своего существа до тех пор, пока внезапно самая простая вещь не дает мне ответа.
Я слышу звук капли, упавшей в воду. Я мгновенно поворачиваю голову в этом направлении и затем вижу, как еще одна капля падает. Я моргаю с любопытством. Что ты делаешь, Гарри? Нам надо идти, чудовище съест нас! Кричит Роер отчаянно, что очень подходит к этому моменту. Однако я не двигаюсь, вместо этого я продолжаю смотреть на то, что находилось надо мной. Изумленно я разглядываю лампу над моей головой, как будто я никогда не видел ни одной в своей жизни. И от удивления одна мысль рождается у меня в голове. Я ощущаю вспышку в голове, которая разжигает безудержный огонь. Внезапно я сжимаю трубу изо всех своих сил, изо всех, не сомневаясь, бросаю ее в лампу, ближайшую к чудовищу. Лампы длинные, так что невозможно промахнуться даже с моей плохой меткостью. Я вижу, как труба летит в воздухе, чувствую, как мое сердце бьется, переполненное восторгом. Это не страх, а радость. Наконец-то я придумал его, третий вариант, который я упускал раньше. У чудовища есть глаз. Если я нападу, оно просто защитится, а если... В отличие от первого раза. Но оно только что приобрело его, а это означает, что оно не приспособлено к недостаткам владения им. Мгновение ока труба ударяется о лампу, разбивая ее со вспышкой света и искр, которые мгновенно наполняют всю комнату насыщенным белым светом. Грар! Ревет чудовище от боли, его глаз никогда не видел такого яркого света. Он тщетно пытается прикрыть голову, но это не спасает его от удара, который я наношу по нему. Глаза очень уязвимы. Иметь один такой большой посередине головы опасно. Айк! Оно визжит от боли, прыгает в воду и уплывает от нас на полной скорости. Я даже не видел, как оно исчезло. Мое внимание было привлечено чем-то другим. Затем, даже не задумываясь, я делаю единственную оставшуюся вещь. Я нажимаю спасительную кнопку изо всех сил, чувствуя, как адреналин звенит во всем теле. В этот момент я чувствую, как сигнал включен, и одновременно загорается красный свет. Задача выполнена. Роер! Я называю его имя, когда разворачиваюсь и смотрю на него. Уходим отсюда, пока чудовище не вернулось. Роер не отвечает, он изможден и не в силах поверить тому, что он только что видел. Перед его глазами только что произошло нечто невозможное. Мы победили. Роер! Снова сказал я, одновременно беря его за руку. Я отнесу его назад, если придется, но, к счастью, он одергивает ее. А? Да, уходим! Не говоря больше ничего, мы пошли назад тем же путем, которым пришли сюда, за исключением того, что на этот раз путь показался невероятно коротким, в отличие от того, что, когда мы шли сюда, путь казался очень длинным. Мы поднимаемся по ступенькам и останавливаемся перевести дыхание. Я наполняю легкие воздухом и затем выдыхаю через рот. Я по-прежнему не могу поверить в это, мой разум горит от воодушевления, а сердце колотится от гордости за самого себя. Корабль по-прежнему тонет, но это займет время. Перед этим придет помощь. Мы спасены, теперь нам остается только ждать в безопасном месте. Хотя я почему-то думаю, что чудовище больше не будет нас беспокоить. Оглядываясь назад, это кажется невозможным. Это правда был я? Больше похоже на то, что это был кто-то другой,
по случайности похожа на меня. Ты невероятный, вдруг сказал он, глядя на мне в глаза. Я могу только трепетать от впечатления. Его глаза теперь почти сияют, переполненные радостью. Ты правда, ты герой, ты победил чудовище. Ты преувеличиваешь, я всего лишь его отпугнул. Сказал я смущенно, но я бы солгал, сказав, что я не испытывал гордость. Нет, ты правда такой. Добавил он затем так восхищенно, что мое сердце подскочило. А, хорошо, спасибо. Глупо ответил я, почесывая голову смущенно. В любом случае, нам нужно вернуться на капитанский мостик и ожидать прихода помощи. Да, пошли. Максимум через пару дней придет спасательный корабль. Похоже, он лучше меня знает, как работает сигнал спасения. Пара дней на самом деле не столь большое время. Кроме того, корабль тонул, похоже, целые месяцы. Так что еще пара дней покажется ничем. Затем я вижу, как Ройер радостно смеется. Он выглядит таким счастливым. Этот вид согревает мое сердце. Это последнее, что я вижу перед тем, как мое зрение затуманивается понемногу с каждой секундой до тех пор, пока в итоге я не вижу ничего. Получено достижение Story of Royer. Сон второй. Ой. В саду сидит девочка, которая ненавидит свое имя. Она обнимает свои колени, глядя вперед, ничто потерявшееся в своих мечтах. Как будто это было самое зачаровывающее на свете занятие из всех существующих. Когда она начала чувствовать себя так, ценить одиночество, которое окружало ее, она и сама не знала, но похоже, что так было всегда. Поблизости есть другие дети, они играют, смеются, но она никогда не чувствовала желания присоединиться к ним. Они выглядят такими далекими, или лучше сказать, знают, что они другие. Одних игр для нее недостаточно, радость быстро пройдет. После того, как игра закончится, замещенная еще худшим чувством одиночества. Она просто не может понять их. Они сходятся так легко заводят друзей, чувствуют себя легко. Как такое может быть? Для нее это сложно. Каждое ощущение счастья – это возможность почувствовать печаль, когда оно проходит. Каждая дружба – это заведомое одиночество от того, что друзья расстаются. Вот почему она не отдает предпочтение никому из них. Она жаждет найти счастье, которое зародится в ней самой, из ее собственных мыслей и сердца, без нужды в ком-либо еще.
Есть что-то чудесное в этом, знать, что никто и никогда тебя не подведет, что ты никогда не будешь одинока, потому что все, что тебе нужно, это ты сама. Думать — это прекрасно, наблюдать и изучать новое тоже. Без сомнения, есть что-то восхитительное в мире, чему мы никогда не придаем значения, потому что считаем это суетой. Для нее каждый день шкатулка, наполненная загадками, или, по крайней мере, можно попытаться увидеть его таким, пока есть вопросы, на которые нужны ответы и вещи, ради которых стоит волноваться, она никогда не будет одинока. Однако, все это может закончиться провалом. «А?» — воскликнул я, недоумение одновременно открывая глаза. Затем я глажу лоб и осматриваюсь. Я вернулся в приют. Если точнее, похоже, что я в столовой. На столе много тарелок, готовых к использованию. Есть еще приборы, салфетки и стаканы, как будто всего пару минут назад дети собирались есть. Я смотрю на них в тишине несколько секунд перед тем, как решиться продолжить исследование. Столовая соединяется с кухней. Ой. Так, давайте ножки сюда. Так не падай, ручечка. Здесь есть плита, холодильник и раковина. Они, похоже, до сих пор работают и даже выглядят вымытыми, как будто их только вчера использовали. Из чистого любопытства я пробую включить плиту. Я не голоден, и здесь нечего готовить. Я просто сделал это, чтобы проверить, что она работает. Газ не поступает. Сказал я тихо, говоря сам с собой, глядя, как ничего не происходит. Затем я открываю холодильник, не зная, что найду. Безразличием в глазах я вижу, что он пустой. Внутри нет вообще ничего, даже пыли и крошек. Любопытно, что когда я открыл его, меня обдало холодным воздухом, хотя холодильник не включен. Я продолжаю исследовать и открываю буфет, используемый для хранения тарелок, и там обнаруживаю листок бумаги. Затем я открываю глаза и разочарованно вздыхаю. Здесь нет ничего полезного, все это полная потеря времени. Во мне нет ничего особенного, по крайней мере, ничего такого, что оправдывало бы подобные магические опыты. Я открываю глаза и смотрю на листок бумаги. Если честно, есть небольшая, но важная деталь, которую я пустил из виду. Я забыл проверить, нет ли чего-нибудь на обратной стороне. Не теряя времени, я переворачиваю ее, как я и предполагал. Там было сообщение, написанное фиолетовой ручкой. Почерк отличается от первой стороны листа, так что можно быть уверенным, что кто-то другой написал это. Алиса, без сомнения. Ты далеко добрался, Гарри. Я знала, что ты сможешь сделать это, хотя не похоже, что у тебя было много шансов на провал. Если тебе нужно умереть, или лучше сказать, найти плохую концовку, чтобы стать человеком, способным выполнить свое обещание, ты не беспокойся, я разрешаю тебе умереть. Это звучит так глупо, прошу прощения. Я смеюсь, пока пишу. Ты же умный парень, так что я уверена, ты должен знать теперь, что я нечто большее, чем просто моя роль злодея в этой истории.
У всего происходящего с сегодняшней ночью есть предназначение. Держи это в голове. Теперь думаешь ли ты, что это честно или нечестно? Мы не узнаем об этом до тех пор, пока ты не дойдешь до конца. Сейчас просто, чтобы показать тебе, что я не настолько зла, я дам тебе подсказку. Ты знаешь, что такое осознанные сновидения? Это сны, в которых ты находишься в сознании, когда спишь. Это значит, что ты полностью управляешь своими мыслями и действиями во время сна. И знаешь, это все вокруг тебя нереально и исчезнет, как только ты проснешься. Теперь еще один вопрос, Гарри. Что реально, а что нет? Большинство людей не тратит ни единой секунды своего времени, чтобы задаться подобным вопросом. Действительность кажется такой четкой и далекой от снов, как день от ночи. Однако я знаю, что ты не такой. Конечно, нет. Ты такой человек, который может говорить на эту тему часами. Действительность. Это как минимум, по моему собственному мнению, определяет все, что мы можем ощущать. То, что мы воспринимаем, трогаем, видим, вдыхаем, слышим, представляем. Все, что окружает нас в нашей действительности. Но тогда, если бы ты затерялся внутри сна настолько живого, что не мог бы отличить его от бодрствования, сделал бы это его реальным. Есть древний шумерский миф, в котором рассказывается о боге, создавшем мир во сне. Мы всего лишь тени внутри божественного сна. Для нас это действительность, мы никогда не сомневаемся в этом. Но для него это всего лишь мимолетный сон. Может быть, все это реальность для тебя, но для меня это всего лишь сон. Я спящий бог, создавший этот мир, не осознавая этого. Вовсе не сумасшествие думать об этом таким образом, потому что сны не связаны с логикой. Тебе может сниться, что ты величайший герой, или что ты умираешь и возрождаешься так много раз и так легко, что это становится забавно. Или даже что ты — это множество людей одновременно. Кроме того, разве ты не видел всевозможные необъяснимые вещи, может быть, ты всего лишь персонаж в сценарии, который я пишу? А может и нет. И все это обман с целью отнять твое время. В общем, я сказала достаточно. Но что же это за подсказка? То, что ты видишь сегодняшней ночью, настолько реально, насколько ты этого хочешь. Алиса. По скрипту. Я жду тебя в замке фей. Я чувствую, как дрожь бежит по моему телу, даже не зная, что думать, мой разум совершенно пуст. Я не ожидал такого длинного и загадочного сообщения. Я растерянно моргаю, и затем вдруг целая лавина мыслей врывается в мою голову. И так много, что голова раскалывается, пока я слышу их все, как бесконечную очередь людей, которые хотят мне что-то сказать. Это неудивительно. Я пытаюсь найти смысл в том, что сказала Алиса. Я в ловушке внутри ее сна. Или, может быть, все это обычный ночной кошмар, а в реальном мире я просто сплю в своей кровати. Завтра, когда зайдет солнце, я забуду о нем. Как об остальных снах в моей жизни. Для меня невозможно понять это. В итоге я вздыхаю, тру лоб и трачу пару секунд на то, чтобы привести в порядок мысли. Единственное, что я могу сделать, это продолжить двигаться. С такими мыслями я снова разглядываю лист бумаги. Я смотрю на него с последний раз перед тем, как положить его назад, туда, где я нашел его. Затем я возвращаюсь к двери. У меня нет причин оставаться на кухне. Мне по-прежнему остается третья дверь для исследования.
«А?» Воскликнул я недоуменно, замечая одну вещь. Дверь столовой была заперта изнутри. Видимо, они не хотели, чтобы дети входили в кухню без разрешения. Вполне разумно, они могут воровать еду или, еще хуже, пораниться чем-нибудь там. В любом случае, не теряя больше времени, я ухожу из столовой и возвращаюсь в главную комнату. У меня занимает всего несколько секунд, чтобы оказаться там снова. Как и в прошлый раз, дверь, которую я перед этим открыл, теперь заколочена досками. Кроме того, еще один из засовов четвертой двери сломан. Остается только один. И появится возможность войти в нее. Ой, там струк стремит. Надо включить фоном хотя бы. Правда, без звука. Ну, хотя бы попало, когда покупится. Ну, пожалуйста, ну открывайся. Ну, почему ты лагаешь? Ну, не лагай. Ну, а почему ты даже не пытаешься открыть что-нибудь? Яндекс. Так. А Опера-то зачем не открылась? Мне нужен Яндекс. Да ё-моё, чё всё так лагает-то? Парарам-пам, пам, парарам-пам, пам, парам-пам, пам, парарам-парам, парам-пам, пам, парарам-пам, пам, парарам-парам, парам-пам, пам, парарам-парам, парам-пам. Пам, парарам, пам, пам, парарам, пам, парарам, пам, пам, парарам, парам, парам, пам, пам, парарам, парам, парам, пам, пам, парам, пам, парарам, парам, пам. Там-там-тарарам. О, Струк Детройт играет. Я, конечно, играла в Детройт, но посмотреть было бы неплохо. Ладно. Так. Я бы могла и на стриме поиграть в Детройт. Или во что-нибудь еще с поиски 4. Но я не умею запускаться оттуда.
Что у меня с Яндексом в последнее время? Иди, мы тебя отпускаем. Ну правильно, сдалась я туда. Так, дальше, да? Кроме того, еще один из засовов четвертой двери сломан, остается только один, и появится возможность войти в нее. Но что там по ту сторону? Я моргаю, глядя на нее пристально, пытаясь представить это. Не дверь ли это в другие миры, как и остальные? Тогда почему она заперта? Это не потому, что меня не хотят впустить в нее, иначе засовы не ломались бы так, как сейчас. Больше похоже на то, что не хотят, чтобы я открывал ее до того, как пройду остальные двери. Я сохраняю неподвижность и полную тишину до тех пор, пока меня вдруг не начинает трясти до самого основания. Мне нужно добиться ответа. Это путь назад. Произносят мои губы в полной уверенности относительно этого. Чем еще это может быть? Это объясняет, почему мне не дозволено войти в нее вплоть до самого конца. На мгновение я чувствую такое возбуждение, что мне хочется прыгать. Но затем я закрываю глаза и глубоко вдыхаю, пытаясь расслабиться. Даже теперь еще слишком рано радоваться, мне по-прежнему нужно пройти еще одну дверь. Затем я перевожу взгляд на последнюю незапертую дверь. Мое сердце бьется нервно, не зная, что я найду по ту сторону, но, находясь так близко, я не могу сомневаться. Ну, раз уж вы такие добрые и меня отпускаете, то я вас кину рейдом к Струку. Странно, а куда еще? Столько человек сразу же слиняло. Или вы фоном тут сидите просто? 5 человек показывает. Фертенок раз. Ну ладно, ладно. Фоном. Раз все равно фоном. Да я вас брошу к Строку рейда. Правда, у него в последнее время что-то настроение плохое, что ли? Судя по голосу, которым он здоровается. Так, ретранслировать канал рейда. Ну я это, мне что-то надо отдохнуть. Вроде немножко читала, но то горло першит, то еще что-то. Давайте я лучше к Строку закину вас, а вы дополнительно баллы канала получите. Вроде получите. Вы же их получаете, да? Или там надо было назначать где-то награду? Я постоянно бесполезные рейды кидаю. А, так, ладно, давайте, я вас забрасываю. Так. Все. Так, 4, 5.
Ну и где все остальные? Почему только пятеро? Неужели все покажут? Или все уже ушли после слов Фертенка, что он отпускает меня? Я прогнал. А я тебя что просила делать? Не прогонять никого. Мне и так зрителей нет. Ты еще прогоняешь тут все. Интересно, какая у него концовка получится в итоге. У меня была хорошая концовка. Когда я играла. Ай, не успел последний вправо нажать. Что нам делать? Держать позицию, атаковать. Ну, видимо, нас пятеро. Давайте начать рейд. Побежали. Сразу лагать начало. Ну за что мне это? Глупый Яндекс. Последний шанс. Это последний шанс.